В тролль фертим? Бег. Ну давай, давай, я... Не. Тролло фертим. Нет, тролло это какой-то громосятина. Так, тролло. Иди полей. Нормально. Посмотри. А это вот слишком близко, он не возьмет фокус. Фокус не возьмет. Бег. Тролль фертим. Нормально, я сейчас гламот потом по арким сделаю. Последствия грибов, да. Бег, это последствия грибов, что ли? Ты же нашел грибы. Я так это видео и назову, последствия грибов. Ты, главное, не с ним потом. Отработал. Как больно, да, это происходит? Ты знаешь, как, блин, знаешь, надо... Съемки вести где-нибудь, засады так сзади ползает, подползает. Я подлез не пойду. Там дроп уже. Так, Рина, сейчас я тебе давай. Да, давай. Ох, я отведу. Опять эти долбанные папарацци преследуют. Да, господа, давайте потихонечку собираться по-быстрому. Тихонечку. У меня больше уже не лезет, поэтому я уже мясо жрать не могу. Да, добрые люди. Хожу с кепкой с этими, шары тогда из своих механов бросил. Хожу с кепкой, кому шаров? В этот момент открывается лодер мне туда, якобы. Я же прошу выложить, а не досыпать. Блин, Лиза все засняла, понимаешь, как? Да вот что, рожалую. Я понял, мясо есть не будет. Так, ребят, меня начинает клинить. Я опять 2 часа спал этой ночью, а что ты меня совсем сумкунул? Что? Отойди. Я пытаюсь его немножко осудить, чтобы положить в пакет и убрать в рюкзак. Какое классное мясо, слушай. Идем? Идем. Ты убрал в рюкзак? Да, ставь мягкий кусок. У тебя сигарет есть? Есть. Да я боюсь попраться. Она меня пугает. Профессия так. Мы не боимся. Камера. Ну вот и камера, она пугает. Приходится. Так я имел в виду всех нас. А с прожектором что ли там? Нет, это автофокус лазерный. Ну ладно. Я думаю, икашный. А там 2 лазера вычисляют. Ну понятно. Вся там поделись. Цепись зубами на нее. Какие кусочки. А там. Что за хуй? Атом! Да не, ничего, все нормально. Так, подождите. Кто звал Атома туда сейчас? Вот, я Леший. Я Леший звал. Ты нож дай. У меня нет ножа. Вон, блин. Нет ножа, нет мяса. Слышь, пожалуйста. Я где-то... Подержи. Я готов. Я разрываю кипать мясо печеное. Писающий мальчик. Мальчик. А там! Дай мне кусочек. Не корми его. Но к тебе-то зачем? Тебе сейчас накормлю. Я 2 раза больше. У меня форма. Сейчас мы прямо это все делаем. Видишь, как плохо? У меня даже пуговка растет. Чья ложка? А ты же ее нашла случайно в рюкзаке? Нет, это другая. Другая. Тогда не знаю, честно. Ну, судя по всему, опять в командные. Это кому-то надо? Подозреваю, что нет. Я тоже подозреваю, что нет. Командная поездка. Была. Вот и что делаешь. Ты что, офигел? Эй, брат! Надо сейчас встану. Ну сейчас, кому-нибудь. О, точно. Чтобы она подозрела.
Сейчас мама ругаться будет. Пиздец. Мой. Коварный план придумал. А нож, вилка. А еще ножик чей? Спасибо. А я тебе сейчас попью тоже водички, а потом отдам. Ладно, то есть тоже, по-моему, кладу. Ой, сказка. Ой, как хорошо. А чем один не это? Тяжело к концу нету. Ну все, это гарсинг, блин. А. Ну, у тебя в кулере много воды? Я как раз помогаю, как раз такой кулер воды. А они у тебя эти самые? Качественные? Да? Гортекс? Нет, да не. Да, это не Гортекс. Ну, держится, не ломается. Чем катается к теннисному турниру? Так, вот теперь есть вторая проблема. Куда это все положить и кто это повезет? Ага. Могу все это увести. Кто затеряет очередную решетку? Я думаю, давайте сделаем так. Поскольку та решетка сгинула где-то в закромах Топгана, он ее съел. Давайте эту решетку тогда ко мне. Я все-таки буду ее убрать. Все равно командное снаряжение так или иначе ко мне попадает. Ну да. А потом ты ругаешься, что у меня попадает. Вот, тогда воду, решетку, вот это все делаю, так сказать, это самое, я затащу. Порядок. А то каждая тренировка, где это планируется. Покупка решетки. Покупка решетки. Кстати, ребят, имейте в виду, что если у кого-то намечается собственное барбекю, то вы знаете, где решетку взять. Что ее покупать? Есть командная решетка, берете решетку и проводите свое там. Берете и берете. Все. Все, не выливай. Блин, если бы я еще мог, я бы еще смесь съел бы. Спасибо. Что тебе мешает? Вместимость желудка и понимание, что я, конечно, еще могу съесть, но тогда будет идти тяжело. Так сейчас. Намат шейху нужна доставка. Да, нужен паланкин. Паланкин, носилки сейчас. И две девственницы, которые будут обдувать меня. Так, подожди, подожди, у нас у Джина день рождения там. Конституционный люк вон там. Обдуют. Все, все, все. Ну что она мне бьет? Ты видел? Я еще даже не приступала. Ну, слушайте, заметьте, все здоровенные мужики невольно от меня отошли. Опасно или невольно? Это как с гранатой. Да, два человека от бега безопасно. Опыт с гранатой, да, показал всем. Я опять что-то пропустил. Ну, теперь спроси у них интервью, почему они отходят. Почему вы отошли? Я не хочу на два человека элементарно. А вы? Я даже не знаю, два человека от бека, это закон. Это ну, от бека хорошо, а от бека? От бека. От бека. Нет, он Мустафа, Али, как его там? Как тебе бек? Юаги Маглы. Бек, да, ибн... Бек ибн Сауд, Аль Юзуф, Аль... Аль-Машкафа. Аль-Машкафа это было раньше, это теперь было... уже нет. Аль-Гриз. Аль-Гриз. Вот серьезно солидно. Да. Подрос. Подрос, да. Нет, просто нашел правильных родителей. Из правильной страны. Из правильной страны, да. Бля. Ничего не скажу. Ребята, а Крис и так бы. Ничего хорошего. Это развяжет тебе язык. Тебе же задают вопрос, а ты нет. А у меня ничего никто не спрашивает. Меня? Он покушал, теперь его покушают. Все, я сам не знаю, что они от меня убегают. Как мы выяснили на опытном... Сегодня показательном стрельбище безопасно, когда стоишь на два человека от бека, тогда граната туда не прилетает в принципе. Куда ни стреляют. Логичный вопрос. Какого хрена вы пошли на безопасное расстояние, а не защищали командира шейх? Да, это тоже интересно. Все очень просто. Посмотрите на это суровое лицо. Здесь
Вот расстояние 2 человека, как минимум, вот влияния просто нету. Я вот стою и охреневаю. Да-да-да, вот-вот-вот. Сейчас нужно на 3 человека. Я вот начинаю вот так смотреть, от него разбегаться. Почему, если бег едет где-нибудь в общественном транспорте, как минимум пол вагона разбегается? Почему? Да посмотрите внимательно на это лицо. Ну как можно рядом-то стоять-то? Это жесть. О, да-да-да, вот сейчас все-все-все. Вот сейчас совсем серьезно. Это просто же, это наш командир, да? Это просто, вот он проходит, да, растяжки не взрываются, там народ разбегается, там пулеметчики в рассыпную. А вот так вот вообще, да, это все, 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 это вот, да. Супер бизон. Наш командир самоуверенный. Просто зверюга. Скажет, как отрежет. Давай, командир. Супер бизон. Заслюняй его, так ешь чего. А то вообще, заслюняй его, кусок мяса капелланского. Что-то мне в рот запихал. Вот, я сегодня, удача четырёхка была. Я рожу с новым приводом. Хорошим. И АК-серия. Отличным куском мяса. Отличным куском мяса и чехлом. Он день удался. У меня продержка пострадала, жопа, да и ребра. Да, и слоник сегодня обыкался. Слоник, да, слоник обыкался. Я боюсь, у него сегодня приступ эпилепсии. И Каня приступ. Страшный глаз. Контур HD. Кстати, Лев, сейчас я не согласен. Не согласны с чем? Я ни с чем не согласен. Ну, желаю, чтобы... Я домой хочу, к маме! Ну что, давай троица, поправляйте сюда. Ло-ло-ло. Поздравили уши. Жир! Следующее 31 отжимание ушей. Так, пока Джин не пришел. А можно моя фортюн привез тролль фортюн? Троллу. Не надо вот это же мы с вами. Вот этот подолку, да? Так он не должен бояться огня, должен, да, вставать? Вставай, сейчас. Еще ты боишься святого огня? Да. Очищающего зависть огня. Очень странно. Джин! Прогнозал, что притащу. Давайте подвинемся. А куда? Там некуда, там крыльца. Наверное, это будет... Может, дорогу надо построить. Ага. Сейчас Рамон упакует свои репележи. Куда? Где? А что делаем? Итак, у нас сегодня, кроме того, что тренировка довольно занятная была, кроме того, что сегодня командиры как следует занялись своей рекогносцировкой, в общем-то, понимают, что к чему, где, как разобрались, сегодня очень хорошо показали себе рекруты. Но кроме того, у нас у Джина день рождения, который мы сегодня справляем, иди сюда, мы тебя будем поздравлять. За уши уже таскали. Давайте еще раз. Твоя рафатка. Да, спасибо. Поздравляем Джина, господа! Ура! Ура! Спасибо, спасибо. Еще не все. Да, Джин, я дарю тебе кусок мяса. Обгрызли. Из рта командира достал. Вот. Ну все, ребята, молодцы, давайте собираемся, сейчас вот придем к машинам, делимся, ну, сами понять, каким образом, уже понятно, что надо линзы забросить с атомом, как у них самые тяжелые идущие, воду все собираем с собой, несем, и мусор выбрасываем вот здесь вот на выходе. Лин! Да.